Последних двух раундов не хватает. Да, да, вы требуете продолжения банкета, я вас прекрасно понимаю. Легко смогли еще два провести. А бой заканчивается. Ой-ой-ой, вот это уже пропустил. Очень великолепная концовка. Давай, Денис, давай. Все. Это нокаут. Я в шоке. Я в шоке. Это то, чего ждала публика. Надо было раньше останавливать снукеру. Неужели не было видно? Очень тяжелый нокаут, уважаемые друзья. Очень тяжелый неужели нокаут. Неужели не было видно снукеру, что на самом деле... Только мы его похвалили. Да, в нокауте он... находится стоячим. Да, он опустил голову. И даже Денис, надо удара. Дать должное Денису. Денис сделал шажок назад и да. посмотрел совершенно на рефери. Делал все совершенно правильно. Дал судье шанс рассмотреть. Очень тяжелый нокаут, друзья, посмотрите. Доволен Денис, доволен Костя, жаль, безусловно. Конечно, легенда, такая легенда и человек, и все-таки. Давайте смотреть Давайте повтор. Посмотрим. Вот он, удар в подбородок. Вот еще. Вот и он. Вот здесь он перестал. Вот. Нет, да, еще нет. Вот, вот сейчас этом. Перестанет. Все, здесь эти два удара снизу. Вот, посмотри. Вот здесь надо было останавливать этот бой. Удар не нужен, конечно, совершенно. Вот Смугер, и вот только он стал между ними. Да. Пару ударов он мог предотвратить, конечно, это было безусловно. Лишние были. Но вот прямо перед нами, уважаемые телезрители, сейчас вот вы этого не видите, вы смотрите повторы. Буквально в метре вижу, от нас колдуют над Роем Джонсом. Без сознания врачи... до сих пор, да? Он без сознания. Не-не-не, приходит в себя. Он приходит в себя, вот его поднимают, встает.